Всем привет! Сегодня я готовлю рыбу. Вот такая рыбка у меня. Я положила на дно, уже положила порезанный лук дольками, полукольцами. Смазала дно маслом растительным. Приготовила вот овощи. Тоже уже порезала. Грибы. И также морковку, чеснок и сельдерей. Вот стебель сельдерея. Я его порежу, морковку его. И, наверное, еще сверху положу ананас. Ананас у меня еще не разделанный, не порезанный. Я планирую тоже туда положить и все поставить в духовку. Я использую вот такие специи. Сейчас я просто немножко посыплю рыбу сверху. Положу чеснок сверху. В принципе, я думаю, что на нас чесноком может быть не очень. Но я решила попробовать. Это не какой-то рецепт, а просто я сама решила сейчас что-то приготовить из рыбы. Из того, что у меня есть. Если кто не любит чеснок, можно этого не делать. В принципе, не обязательно. Или можно готовить и без ананаса. У кого какие овощи есть. Итак, сверху я кладу порезанную морковку. Также порезанный сельдерей, палочку сельдерея на рыбу. Крупно я не люблю сельдерей. А думаю, мелко он будет нормально сочетаться. Также кладу грибы, слой, немножко толстый, надо разрезать. На грибы положу брокколи. И цветную капусту. Сверху я еще положила немножечко кинзы. Чуть-чуть еще сверху присолю или приперчу. В общем, положу эти специи. Они не очень соленые. И сверху добавлю порезанные кусочки ананаса. Накрываю фольгой и ставлю в духовку. Ставлю выпекать. При температуре 360 градусов по Фаренгейту или где-то 175-180 по Цельсию. Духовка разогревается, и потом я поставлю где-то минут на 35-40 и проверю, если это все будет готово. Итак, все уже готово. Достаточно долго запекалось, потому что овощи были еще твердые. И сейчас все готово. Приятного аппетита!